Они всегда вместе, дочь Полина и мама Татьяна. Их любовь настолько сильна, что даже помогла преодолеть такое страшное испытание, как лейкоз. Период восстановления долгий и серьезный. В этом девочке помогают специалисты Уральского социального центра. Сначала мы не могли даже, вот, например, в этом здании, вот в этом зале, на этом оборудовании, мы не могли никуда зайти. Всего боялись. Очень слабая была координация, вестибулярный аппарат. С каждым занятием становится все лучше. История юной сибирячки, что смогла побороть рак, стала известна на всю Россию. 2 года назад Полину с мамой пригласили на всемирные игры победителей в Москву. И тогда уральцев поддержали западносибирские нефтяники. Так началась дружба этой семьи с недропользователями. Здравствуйте. Здравствуйте. Ох, ничего себе, вы качаете, что ли? Да. Вы же занимались? На время качалась. Прям одна? Да. Сейчас Полина и Татьяна вновь собираются в путешествие. На этот раз в Астрахань, где им будет вручена награда конкурса «Особенное счастье» в номинации «За веру в ребенка». Это фестиваль семей с детьми, чьи возможности здоровья ограничены. И вновь семье помогли их друзья Алексей Тулупов и Олег Зацепин. Нас оплатили полностью самолет. Они нас спросили, как вы поедете. Я говорю, только самолетами летаем. Нам нельзя ни поездом, ни автобусами. Мы уже купили билеты. Мы уже ждем. В ожидании путешествия Полина рисует. Она вообще очень творческая. Больше всего любит изображать маму. И даже в схематичных картинах всегда есть слово «люблю». Чувство воодушевляет девочку. Она талантлива во многом. Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх.